Итак, всем огромный привет! Как вы поняли, мне пришла посылочка от Сиэль с километрами бумаги, с людой, завернутыми концентрированные гели для стирки. Это, конечно, удивило меня. Делали заказ вот по такому свеженькому каталогу Сиэль. 20-й год вместе. Формула молодости, красивого взросления. Он идет и зима, и весна. Очень красивый, интересный каталог. Можете посмотреть, у меня есть на него обзорчик. Итак, посмотрим, что же у меня заказали. Итак, как всегда, гель для стирки, потому что он действительно очень ценится. Очень классный гель. Подходит также и без кондиционера. То есть все вместе удаляет, убирает все и запахи, и пятна, если какие-то сложности есть. Это средство экономичное, очень понравилось многим и берут с удовольствием. Что я о нем хочу сказать еще? Сколько километров положили слюды? Это ж надо, просто комок. Итак, можно здесь посмотреть интересные мысли по этому гелю. Экологичное, экономичное средство для стирки цветных тканей, удаляет любые загрязнения даже при низких температурах. Да, я, кстати, стирала тоже на холодной воде и прекрасно, действительно, отстиралось все. Сохраняет яркий цвет, это правда, структура ткани, предохраняет ее от линьки, выцветания, препятствует деформации одежды, легко и полностью выполаскивается, подходит для людей с чувствительной кожей. Нам оно подошло, и мы с удовольствием берем. Причем оно литр, 600 рублей, есть скидочка для консультантов. Итак, следующее средство, которое тоже постоянно заказывают девочки, это сыворотка для всех типов кожи. Эта сыворотка идет антивозрастная, с гиалуронкой и комплексом, такой хороший комплекс идет именно омоложение. Так, камера не хочет фокусироваться почему-то. Сейчас я ее переведу на ближнюю. Можно почитать. Здесь идут комплекс. Так, Матрикс 3000, это пептиды, эксклюзивный комплекс Тиммелис, Карнизол, нет, Карнозин, простите, гиалуронка, витамины А, Е, провитамин В5, интенсивный восстанавливающий комплекс экстракта коньякаман, экстракт лимонника китайского, в общем, очень огромный комплекс, и берут с удовольствием, и надолго, причем хватает его. Следующее это у нас помада Леди Каприз, ее тоже очень любят, ценят. Те, кто берут, уже берут ее постоянно. Причем в Леди Каприз нюд, он идет один и подходит для всех типов. Нет, не с этой стороны. Так, сейчас посмотрим. Вот очень-очень красивая, интересная упаковка. Очень изящно смотрится, правда? Современный такой, стильный. Ой, красота. Так, посмотрим. Ну просто прелесть глянцевая, да? Очень красиво. Ой, аромат! Аромат, знаете, какими-то ирисками приятными. Так, новиночка. Также заказали новинки. Это у нас крем. Крем-масло антивозрастное для рук. Здесь идет у нас масло макадами, масло бараго, витамины Е, В5. Легкая, нежная текстура. Гладкая, бархатистая кожа. Но будем ждать отзывов. Следующий крем для ног. Это интенсивный скраб. Там идут абрикосовые косточки, поэтому они такие более мощные, не щадят. Рисовое масло, кукурузное масло. То есть еще идет восстановление. 1-2 раза в неделю использовать. Тоже хорошенькая такая новиночка. Итак, из подарочков сегодня
протеиновый батончик фруктово-ореховый. Попробуем. 117 калорий. Это идет правильное питание для спортсменов. Тоже хорошая серия и приятно балуют подарками. Итак, следующий у нас очищающие полосочки. Тоже в подарочек пришли попробовать. Попробую, расскажу. На носик наносить. Крем я уже рассказывала про него. Clinical Smart с SPF. Сейчас солнце, поэтому уже можно использовать кремы с SPF. 15, небольшой, но сейчас как раз для весеннего интенсивного солнца уже можно использовать. Тоже хорошая серия. Итак, и конечно же, как без пробников. Пробники всегда здесь идут в ход, потому что сие лето в основном парфюм идет. Российский парфюм. Кстати, приглядитесь, те, кто не пользовался Сиэлем, то можно переходить и на Сиэль, потому что это российская компания, и она вряд ли пропадет с рынка. Аркенсиэль 07. Дальше Аркенсиэль 31. Демилун — это мужская серия парфюма. И Демилун 28. Сейчас я посмотрю и вам расскажу. Итак, нашла я эти ароматы. Вот Аркенсиэль 31. Сейчас настрою камеру. Здесь у нас идет романтика и молодость. Аркенсиэль — это группы, духи группы Экстра, то есть очень такие мощные духи, намного сильнее, чем туалетная вода, и они идут под номерами все. То есть это для тех, кто любит Барбари Блоссом. Там идет топовые нотки мандарина, розового перца, цветы, сливы, пиона, мускус, сантал. Цветочно-фруктовый. 999 рублей со скидочкой. И очень хороший вариант действительно брать сначала пробники, чтобы послушать аромат на себе, как он носится, а затем уже покупать флаконы. Очень выгодно и хорошо. И седьмой, тоже Аркенсиэль, номер 7. Настраиваем. Это идет для тех, кто любит Gucci Push Rouge 2 и нотки. Так, сейчас еще разочек настрою камеру. Кипариса, кориандр, можжевельник, затем раскрывается гордыня, жасмин, роза, кедр, и уже базовые ноты будут пачули, ветивер, мох, мускус, амбра, ваниль. То есть такие идут шипровые. Для тех таких изысканных женщин с гармонией, элегантностью, ну, прелесть. Вот на этом весь заказик подошел к концу. Надеюсь, вам понравился. Пишите свои отзывы, то, что вы, может быть, пробовали Сиэль парфюм. А мне очень нравится эта косметика и парфюмерия. У меня нет на нее аллергии. И поэтому всегда предлагаю. Регистрация, номер для регистрации будет под этим видеороликом. Не стесняйтесь, спрашивайте, если будут какие-то вопросы при оформлении, регистрации и так далее. Кстати, сейчас еще, кажется, действует скидка, бонус 500 рублей. Кроме того, что будет скидка консультанта, и сейчас не надо брать стартовый набор. То есть сразу заказывайте то, что вы хотите. Итак, всем хорошего настроения, весеннего, солнечного, несмотря ни на какие проблемы и трудности, мир в душе мы можем сохранять и стараться его поддерживать друг в друге. Всем пока-пока!